Тимур, с победой. Какие эмоции у тебя? Эмоции невероятные. На родном стадионе забить гол, первый свой, это прекрасно. Был уже момент, когда ты забивал гол, сделал кульбит, а потом его отменили из офсайда. Не было такого флешбека сегодня? Честно говоря, было. Я даже помню, в каком матче это было. Это было в Сочи. Вот. Ну, так сказать, возобновил свой сальто. Ну, в этот раз ты сначала посмотрел на судью бокового, а потом уже прыгнул. Нет, я на него не посмотрел. Я посмотрел на болельщиков, вместе с ними отпраздновал этот гол. Тяжелая сегодня игра получилась вообще? Честно говоря, да, была тяжелая игра, но мы все с ребятами готовились к этому, вот, и справились. Как тебе сегодня атмосфера на трибунах? Прекрасно. Когда стадион заполнен, это вообще невероятные эмоции. Все болеют, просто даже чутка мурашки по коже. Начали вы с отмененного гола. Не было мысли, что какое-то сегодня прям невезение? Не, ни в коем случае, потому что мы знали, будут еще моменты, просто надо с холодной головой к этому подойти.